¡Qué les suena! ¡Oh! Uh -huh. Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 5 мая 2024 года в Лас-Вегасе мексиканец Хайми Мунге, которому 27 лет, у которого на момент этого боя 43-0, 34 победы нокаутом, встретился в бою за 4 основных пояса в весе 76 килограммов с самым популярным боксером современности Саулем Канело Альваресу. Альваресу 33 года, его рекорд 60 побед, 2 поражения и 2 ничьих, 39 побед побед На взвешивании Альварес показал 75 кг 700 грамм, а Мунгея 75 кг 900 грамм. Перед боем Канело заявил, что находится в самой лучшей форме вообще за всю свою карьеру и пообещал нокаутировать Мунгею до конца восьмого раунда. Подавляющее большинство специалистов бокса тоже видели Альвареса победителем этого боя. Правда, мнения расходились. Немало тех, кто считал, что Альварес выиграет бой по очкам. Но давайте посмотрим, что произошло в этом бою. Первый раунд. Канело поднял руки в высокий блок и понемногу поддавливает. Хайми Мунгея действует легким джебом, двигается. Когда Канело попытался пробить, Хайми Мунгея немедленно схватил его в клинч, за что получил жесткое предупреждение от рефери. Видимо, рефери не хочет давать Мунгеи возможность прятаться в клинче. В конце раунда пару ударов от Канела справа, но раунд, на мой взгляд, остался за Мунгеей. Второй раунд начался с дальней дистанции Джеба, но примерно где-то секунд через 45 Хайме Мунге остановился и начал много работать на средней дистанции. Канело периодически огрызался в ответ, но Хайме Мунге выбросил больше, попал больше и, думаю, второй раунд тоже остался за ним. Третий раунд. Хайме Мунге начал в достаточно высоком темпе. Середина раунда была такой спокойной, несмотря на попытки атак с той и с другой стороны. У Канела нет точных попаданий. В конце раунда отличная длинная атака от Хайме Мунги, и раунд он забрал. Но Канело, между прочим, между раундами не садится. Четвертый раунд. Высокий темп на средней дистанции. Канело начал попадать справа. То в голову, то в корпус. Но Хайме Мунги это не смутило, и он продолжал набрасывать комбинации на средней дистанции. Но защита – это не то, чем всегда славился Мунгея, и после пропущенной комбинации правый апперкот, левый боковой, он оказался в нокдауне. Он встал, и бой продолжился. Достаточно интригующее развитие событий. Пятый раунд. Хайми Мунге растянул дистанцию, начал действовать джебом, и главное в этом раунде снизился темп. Средний темп, который более выгоден для Канела, потому что в чисто боксе он лучше. И пятый раунд Канела забирает. Хайми Мунгея не был потрясен, но Канело показал, что его опыт на высоком уровне имеет значение. Шестой раунд. Снова не очень высокий темп. Канело подключает иногда левый и боковой, и это имеет успех. Есть дыра в защите. Работает Канела комбинационно, Продолжает выбрасывать правый апперкот, добавляя левый по корпусу. Но Хайми Мунге теперь видит этот удар и точно его не пропускает. Сам Хайми Мунге периодически выбрасывает комбинации, но их значительно меньше, чем в первых двух раундах. Раунд близкий, но скорее всего судьи отдадут его Канелу. Седьмой раунд. Мунгия начал немного замедляться. Он уже не пытается действовать в высоком темпе, а средний темп, повторюсь, это то, что более выгодно Канело Альваресу. Его удары кажутся более жесткими, в отличие от ударов Мунгии, и он периодически попадает. Седьмой раунд, скорее всего, у судей тоже остался за Канело. В восьмом раунде Канело берет паузу. Хайме Мунгия первую минуту действует издалека только джебом, но потом, видимо, мексиканская кровь берет свое, и он проводит пару длинных затяжных атак. Эффективность их не очень высокая, но от Канело ответа нет. Поэтому я думаю, что восьмой раунд остался за претендентом. В девятом раунде темп снова поднялся. Хорошая работа на средней дистанции. В середине раунда Мунге пробил ниже пояса, за что получил предупреждение от рефери. В целом раунд очень близкий, но Мунге выбросил больше ударов и, возможно, раунд отдадут именно ему. Десятый раунд. Снова отличное выступление от Альвареса. Периодически очень хорошо видно, как он проваливает Мунгию и здорово контрит в ответ. Раунд явно остался за Альваресом, и Альварес все равно не садится между раундами. Одиннадцатый раунд. В нем очень хорошо видно, что Канело сохранил больше сил. Хайме Мунгея замедлился, его удары уже не представляют такой разрушительной мощи, и Канело здорово переигрывает его в защитных действиях. Одиннадцатый раунд однозначно за Канело, и Канело так и не присел в углу ни разу между раундами. В последнем раунде Хайме Мунгея, хоть он очень сильно устал, до конца пытался искать варианты и что-нибудь сделать, но Канело уже совершенно расслабленный, периодически опуская руки, переиграл своего оппонента и забрал двенадцатый раунд. По итогу все судьи со счетом 117-110, 116-111 и 115-112 отдали победу Канело Альваресу. По статистике Компьюбокса Мунгея нанес за бой 663 удара против 536 у Канела. Однако Канела был явно точнее. 234 его удара пришли с цель против 170 у Мунги. Также у Канела преимущество по джебам 83 на 74 по донесенным ударам. И по силовым 151 на 96. Но что вы думаете по поводу этого боя? И перспектив обоих боксеров. Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравился этот обзор. А с вами был Дмитрий. Всем доброго удачи. До новых встреч.